Какие модерки натально поставить? Лодки, спасательные шлюпки, эти самые круги и ракетницу. Это обязательно. Амае, спасибо. Ты полезен. Амае, респект. Ай, откуда у него столько торпед? У него что, перезарядка? А, это подожди, там. А Саша уже, да? Скипи! 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 Вижу. Перевожусь полчаса сейчас. Ёкарный карась! Как? Карл, откуда он тут взялся? Ты у нашего Астригонта, спасибо. Торпеды слева мощи, это таки не учебная тревога. Я дико извиняюсь, но мне кажется, что эти торпеды таки нас догоняют. Смотри, Владик бортом выходит без камуфляжа, полный борт домой. Он должен захавать вот от этого залпа. Неполадки устранены. Никакого правительства. Пробитие без урона. Не, в игре у нас такого нет, ребят, пробитие без урона. Все, это уже давно искоренили такую тему. На, серьезно, ты не верил. Даже 104 ПМК уже сделал. Бой. Давай! Вот так вот. Фаталити! Пять закурил свою трубку. О-о-о-о. Здрасте. Вот это пацанчик четко вышел из-за горочки. А пробить? Да ты что, сука, издеваешься? Где пробить это, ля? Ой, лол! Ой, лол! Мне кажется, в этих дымах будут хорошо смотреться мои торпеды. Больше, это отличный пещер. Так думаю. Даже наверняка пойдет Смоленск, ведь правда? Смоленск такой, о, отличные дымы. Вот бабки не ходи. Короче, стопудово-то пойдет. 5 minutes later. Так, ну что, Смоленск, как насчет торпед? По идее, они должны по нему доходить. А и они доходят. Аплодисменты, друзья. Мирен баньяро. La chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Это в проливе, это суть игры. О, Нептун, Нептун таки утопил еще своего жанбара. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло.